микрофон, нажимаете кнопку, все, беспроводную клавиатуру сюда ставим и можно записываться. Центр роста цифровых компетенций, он основан на базе бывшего физмата, ныне МФЦ. Он включает в себя 5 основных модулей. Это цифровые модули по виртуальной дополненной реальности, промышленная робототехника, включающая в себя также разработку беспилотных систем и работу с 3D-принтерами, создание медиа-контента, массовых открытых онлайн-курсов и запись видео на видеодоске. Это программно-аппаратный комплекс «Видеостудия» для онлайн-обучения. То есть это такой набор оборудования и программного обеспечения, который автоматизирует съемку. Ну и плюс в студии есть прозрачная доска, как бы как основа, как гвоздь этой всей системы, на которой можно писать маркером, и создается такой эффект надписи в воздухе. Это такой сейчас модный тренд, который идет с запада и в обучении часто применяется. Сама студия, она позволяет быстрее и дешевле снимать видеоуроки, онлайн-курсы, выходить в прямой эфир. То есть это такая телевизионная студия, но на базе обычного компьютера, системного блока и с уникальными возможностями. Вывод скринкаста, вывод графических элементов. И студия создана, чтобы вот много писать именно таких видеопрезентаций. То есть не выездная съемка, не свадьба, а как бы именно академический материал. Как идея стартапа, мы идем к тому, чтобы преподаватель заходит в комнату, не заходит в какую-то зону оператора, подключает микрофон, вот берет кликер, и он сам может управлять съемкой. То есть он может начать ее, поставить на паузу, и его презентация, она сразу же вставляется в кадр. То есть не на постмонтаже, а сразу же. Он ее видит, видит ее в мониторах перед собой, и может на ней что-то показывать. Листает слайды и этим же пультом, например, останавливает съемку. Плюс к тому он может рисовать. И то, что часто используется, одна из новинок и таких ключевых тоже фишек в этой видеостудии, то, что можно вводить скринкаст с iPad. Все, что вы делаете на iPad либо на iPhone, это значительно упрощает подготовку к съемкам. То есть можно просто взять несколько картинок, прийти, эти картинки сразу же вставляются в видео, не на постмонтаже, и просто их листать с iPad. И эта видеостудия, она предназначена не только для преподавателей, но и для студентов. Потому что еще год назад студенты делали дипломные работы, курсовые работы, и они их сдавали просто в распечатанном виде. Здесь же они свою, допустим, дипломную какую-то работу, или научно-исследовательскую, или даже просто курсовую реферат, они могут записать здесь в видеостудии, как презентацию своей идеи, своего решения, или своего, там, например, исследования. И это будет дальше для них портфолио.